Да. Махали, чтобы люди видели. А я слышала про Пасху махали. Про кого? Про Пасху. Про Пасху махали, они были так хранители. Да, они хранители вот этого сакрального искусства. И еще как бы отличительная часть нашего танца является сильный. Да. Да, нельзя. Нельзя. И поэтому, когда вот вы уже в этой позиции освоились, то есть у вас, например, вот любой поворот, то есть вы уже сидите, вам очень хорошо, или вы там вот эти движения. И как бы базовую последнюю немножко вот эти вот степы, они же здесь еще определены. Здесь нога не будет отталкивает, скажем, натачивается на удар. Ну еще и на вид, потому что очень много в танцах аспектов, когда вот идет вот. Чтобы абсолютная была разная симметрия всех половинок тела, соответственно, то же самое, если мы садимся на правую. Очень часто ассоциируется со слоном. Да. То есть у них считается слон мало того, что божественное животное, потому что, наверное, кто-то слышал. Вот. Но просто считается, что слон очень красивое, грациозное, элегантное животное. Поэтому очень часто в танце вклиниваются моменты, когда слон вот ухо, например, машет своим хоботом, танцует. Это значит, просто все, уже весна окончательно пришла. Все замечательно, все хорошо. Да, уже у слонов все хорошо. Сегодня в вашем клубе происходит презентация нового направления. Расскажите, что это такое? Да, действительно. Сегодня в нашем клубе происходит что-то необычное, особенно необычное для Хургады. Такого еще нигде не происходит. Происходит презентация индийских танцев. Или, если по-другому сказать, динамической йоги. Специалист, который занимался этим направлением более 10 лет, которая брала мастер-классы у лучших танцовщиков мира, она вот решила попробовать давать уроки в нашем фитнес-центре. И сегодня пришли девушки, которые посмотрели, как она танцует, и которые решили попробовать некоторые упражнения из этой школы. И как мы планируем в конце лета, так как на лето очень многие все равно разъезжаются, а ближе к концу лета мы планируем начать уже преподавать именно это направление для всех желающих. Так что ждем вас всех в гостях. Чуть-чуть пальцы сюда стопят, когда, например, рука вот такая, это говорит о том, что вы о чем-то думаете. Даже большой палец, да? Все, да, все это называется подарок хаста, пусть это жизнь благословения. Значит, будет запоминать, как называется. Да, да. Это будет самое интересное. Да. И ты на. Каратакате, ты, да. И ты на. Каратакате, ты, да. И ты на. Каратакате, ты, да. И ты на каратакате, ты, да. И ты на каратакате, ты, ты на каратакадина, и да, да.
да? Одну руку вот у вас вытянута красиво, а вторая красиво над головой. Вот. А сейчас мы чуть-чуть корпус добавим, вообще уже улетим. Вот. То есть ручки вот так заходили в другую сторону. То есть определенная пластика уже пошла. Только чтобы она стояла наверх. Вот, вот, вот здесь заделать. О, вот так. Вот, вот, отлично. Отлично. Не забывай держать. Отлично. Вот так. Вот.